Василий Алексеевич Жуков родился 25 марта 1910 года в деревне Миниха Калининской области. Окончил школу, отслужил в армии, работал. Война прервала мирную жизнь. В сентябре 1942 года ушел на фронт. Командовал батальоном 69-й гвардейской стрелковой дивизии Степного фронта 5 и 6 октября 1943 года. Первым с бойцами форсировал Днепр, захватил и удержал остров, а потом, высадившись на правый берег реки, удержал плацдарм до подхода главных сил. При этом было уничтожено 10 танков, 3 огневых точки, десятки вражеских солдат. Василий Алексеевич Жуков награжден орденом Ленина и золотой звездой Героя Советского Союза, 2 орденами Красного Знамени, медалями за оборону Сталинграда и за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. После победных военных залпов вернулся на родину. Жизнь сложилась так, что в 1957 году Василий Алексеевич переехал на Кубань. По трагической случайности недолго жил герой в поселке Агроном. На кладбище поселка герою установлен памятник. Много лет за могилой Василия Алексеевича ухаживают учащиеся школы номер 20. В 2012 году нашей школе присвоено имя Героя Советского Союза Василия Алексеевича Жукова.